друзья, мы снова вместе. Сегодня будет один из самых важных, надеюсь, не только для меня. Извините за громкие слова, для всего российского садоводства вебинар. Почему? Ну, во-первых, потому что, наверное, что я сдаю экзамен, надеюсь сдать его, а ответа я не услышу. Я знаю, что до меня не снизойдут, но тем не менее, мне очень важно, чтобы меня услышали ученый мир, ну, в лице хотя бы тех, кто царствует на сайте у Туманова. Так, поехали. Значит, неожиданно, это недавно совсем, пришло вот это вот, я хотел порадоваться за страну, за себя. Вот, небольшая преамбула, значит, у меня было два свидетеля, тех, кто скажет, что я никогда ничего не преувеличиваю, это Латинков Юра, но он уже на том свете, и второй, но тем не менее, я, так сказать, никогда бы не стал лишнего говорить, а и второй, это Сергей Николай Георгиевич, а он являлся организатором съезда, организатором слета садоводов России, Белоруссии, Казахстана и так далее. Вот, меня туда пригласили, я отказался, потом с удивлением узнал, что я там не просто буду выступать, а буду выступать в качестве главного докладчика. А попробуй откажись. Я поехал. Значит, когда начался слет, представляли нас, представляли администрацию города и области. Сергей мужик такой, что он мог бы до Путина добраться, если бы захотел. Так вот, я пользуюсь таким случаем, на какой-то минуте сказал, что это касается не только садоводов, что побелка деревьев – это страшная ошибка, невероятная. Особенно с тех пор, когда из гашеной извести перешли на специальные краски, уничтожающие деревья, особенно молодые. Вот. И... пользуясь случаем, вот, Николай Георгиевич, вспоминайте, что я сказал? Я сказал, вся коммунальная система страны тратит миллиарды рублей на абсолютно тупую работу по, можно было сказать, по белке, а я уже говорю, по покраске дикоросов, то есть городских насаждений и дальше. Вот. Это было в Челябинске. Я надеюсь, что, по крайней мере, 50 на 50, что именно меня услышали, что все-таки в будущем это разойдется еще по стране. Я же раз еще после этого еще везде всюду об этом говорю. Я надеюсь, что если мой труд заключен, то и нервы. Вот. Сейчас вы поймете, насколько все серьезно. Смотрите ниже. Вот это я написал очередной раз. Оно не только здесь, смотрите. Вот это я проезжаю Прокопьевск. Несколько десятков километров. Обратите внимание. Вы скажете, ну и что, они даже дорогу где-то показывают. Там под фарами, может, лучше дорогу видно. Да. И здесь тоже. А здесь целый сквер покрасили. Вот. И это несколько десятков километров. А я-то знаю... Дело в том, что им надо, самое главное, наша задача, нас, россиян, тем, кому за державу обидно, вы, Ольга, простите, с Натальей, я чуть ниже начнем работать, но это важнейший момент для всей России. Если мы прекратим миллиарды деревьев белить, а в Саяногорске сосны белят, понимаете, сосны белят, сосны. Дошло, а до них-то не дойдет никогда. Вот это... распил, отведут на это, чтобы подряд красить деревья по всей округе. Вот, допустим, 5 миллионов. Миллион уйдет на краску, миллион на работу, и 3 миллиона, может, 10 миллионов. Карман тех, кто это все придумал. Вот. И вся страна живет только этим, потому что нигде, никогда, ни в одном городе не будет так, что миллион выделили на побелку, покраску, и миллион ушел на это. Сейчас такого нет. Задача обрубить им хотя бы возможность это делать. Вот. Челябинск услышал.
Так, и тут еще упоминается еще, уже не верят. Но я не верю, что это так на самом деле. Благовещенск, хорошо, если так. Вот. Даже если я тут ни при чем. А мы по всей стране, наше дело правое, только нам надо это бороться с этим подлым явлением, распилом. Представляете? Наверное, здесь дорога с федерального значения. Я ехал через весь Урал и Кузбасс. Это федеральная дорога федерального значения. Это не миллионы, нет. Миллионы – это так много. Это десятки миллионов глаз. Многие по 100 раз, по 1000 проезжая, видели это. Вот. И только я один заметил.